Добро пожаловать на канал о криптовалютах NeoLife. Всех приветствую. И сегодня я хочу поговорить о новостях. Так, партнер компании Ripple, SBI Holdings, разработает умную иену и инвестирует в нью-йоркский стартап Digital Asset. SBI Holdings и Digital Asset будут сотрудничать, чтобы внедрить концепцию программируемых денег на японский рынок в рамках программы Smart Yen, где компании договорились о создании совместного предприятия в Японии с равными правами собственности для работы в стране и на рынках Восточной Азии. Умная иена решит ключевые проблемы розничного банковского обслуживания, связанные с ростом и удержанием клиентов. Программа Smart Yen будет использовать платформу для создания запуска сложных многосторонних приложений и будет совершенствоваться технологией смарт-контрактов и распределенного реестра за счет дополнительных функций, таких как конфиденциальность, надежность, совместимость и масштабируемость. Компания также активно сотрудничает с ведущими финансовыми институтами, такими как Австралийская фондовая биржа, Гонконгские биржи, Goldman Sachs и другие. А президент SBI Holdings Йошитака Китао сказал, что Digital Asset обладает отличными технологиями и бизнес-концепциями. И новая кассовая концепция Smart Yen позволит построить революционную клиентоориентированную кассовую систему за счет прямой привязки, оптимизированной для каждого отдельного клиента программы лояльности к депозитам и полной автоматизации процесса обеспечения лояльности посредством смарт-контрактов. И мы ожидаем дальнейшего ускорения бизнеса SBI Group, связанного с цифровыми активами и цифровой трансформации за счет активного внедрения цифровых активов. И как вы знаете, SBI активно продвигает криптовалюту XRP. Еще одна новость. Chipotle теперь будет принимать криптовалюту в магазинах США. Это популярная сеть ресторанов быстрого питания в мексиканском стиле. И теперь будет принимать платежи в криптовалюты через Flexo, платформу цифровых платежей. Flexo поддержит около 98 криптовалют, включая биткоин, эфириум и другие. Клиенты могут использовать приложение для оплаты продуктов питания в любом почти из 3000 ресторанов США. И для оплаты с помощью Flexo клиентам необходимо загрузить приложение Gmini или Spend, в обоих из которых хранятся цифровые активы, и затем покупатели могут использовать приложение и коснуться его в магазине для совершения платежа. И в заключение я вам хотел показать знаки и символы фильма «Проект Адам». В фильме часто используется символ X от монитора телевизора, шлема главного героя и до космического корабля. А также в фильме делают акцент на вывеске отеля, символ которой – три горы. И точно такие же горы мы видели в загадках от инсайдера по XRP BearAbleGuy123. Спасибо за внимание, я надеюсь, вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Всем до новых встреч и пока-пока.